Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Какой прогноз подготовили астрологи с 6 по 12 ноября, узнаем прямо сейчас. На этой неделе представители знака зодиака Скорпион продолжают праздновать свои дни рождения. Подробнее об этом созвездии расскажет астролог Янина Балашова. Скорпион – сложный и загадочный знак. Для людей, родившихся с 24 октября по 22 ноября, характерны внутренняя напряженность, впечатлительность и скрытность. Скорпион считается женским знаком зодиака, стихия воды, наделяет представителей созвездия сильной интуицией. Эти люди любят деньги, но их кошелек постоянно пуст. Скорпионы – настоящие исследователи, проявляют интерес к оккультизму и йоге. Из скорпионов получаются замечательные научные работники. Они любят докопаться до истины. Также это хорошие химики и хирурги. Планеты-управители – Плутон и Марс. Камни, приносящие удачу – это аквамарин, коралл, карбункул и гранат. Овнов ожидают интересные предложения относительно перемен в профессиональной деятельности. Возможно, что предоставится шанс сменить место работы или направление деятельности. А некоторым представителям огненной стихии придется отложить или перенести запланированные на середину ноября поездки или путешествия. Тельцам на этой неделе необходимо быть предельно внимательными при заключении сделок и договоренностей, особенно по имущественным вопросам. Есть вероятность обмана или ошибки в документах. Близнецам нужно быть активными и проявлять как можно больше инициативы на рабочем месте. Ваше старание не останется незамеченным. Середина недели – хорошее время для того, чтобы рассмотреть варианты долгосрочных крупных вложений. На этой неделе раки могут дать старт долгосрочному и прибыльному проекту, который поможет улучшить финансовое положение. Выходные посвятите спорту. В это время хорошо посещать фитнес-клуб или бассейн. Львам, чья работа связана с людьми, придется непросто. Сейчас будет сложно находить общий язык, приходить к единому мнению и договариваться о решении важных вопросов. Даже те из коллег, с которыми у вас складывались хорошие отношения, будут вести себя странно и непредсказуемо. Девы могут почувствовать энергетический спад и повышенную утомляемость, в том случае, если им приходится много работать, а режим дня неупорядочен. Чтобы повысить свою трудоспособность, постарайтесь наладить свой сон и откажитесь от части дел в пользу отдыха. У весов романтические отношения выйдут на первый план в середине недели. Постарайтесь показать любимому человеку, что он действительно имеет для вас значение. Знакомства на этой неделе будут яркими, но не продолжительными. На этой неделе скорпионы почувствуют прилив сил и энергии, что поможет им успешно справиться с любыми сложностями на работе. Ваши идеи и предложения будут востребованы. Неожиданный финансовый бонус или подарок ожидает вас в середине недели. Астрологи рекомендуют стрельцам: экономнее расходуйте свои силы, на работе будет большая нагрузка, успеть повсюду не удастся. На этой неделе козерогам следует всерьез заняться своей карьерой. Сейчас от вас потребуется быть активными, общаться с нужными людьми и делать все возможное, чтобы достичь успеха. Инновационные идеи водолеев будут в центре внимания. Не бойтесь предлагать новые подходы и решения. Это поможет улучшить профессиональный статус. Также эта неделя будет благоприятной для новых знакомств и романтических свиданий. Тем, кто уже состоит в отношениях, следует уделять больше внимания партнеру.
У рыб неделя будет вполне удачной. Уже в понедельник возможны финансовые поступления или ценное приобретение. Звезды советуют представителям водной стихии обратить внимание на свою семью и уделить близким побольше времени. Вот такую неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!